А что это за артефакт? Вот тебе, сука! Куда я попал? Иди со мной, ща все поймешь. Не, мне впадлу вставать. Дай поспать еще 5 минут. Бля, сука, ты охуел? Вставай нахуй. На работу пошел, гнида. Чисти говно, блять. Пошел, сука, чистить говно. Что за хуйня, блять? Пошел нахуй, говно! Выпустите меня, монолитовцы позорные. Understandable, have a nice day. Здорово. Привет. Хочешь шутку? Давай. А он от тебя не хочет. Да 100 лет ему в обед, и вот такая борода. Пойдем. 12 seconds later. Итак, правила просты, как игра, на сложности для игровых журналистов. Молчать! Так, на чем я там остановился? Блин, забыл. Долбаная рыбья память. О! Я, оказывается, не один такой. Какого? Что я здесь делаю? Ох, черт, опять брат Монолита сбился с пути истинного. Что ж, время для операции, для возврата братьев на путь истинный. Странно. Все здесь странно. Ай, блядь! У этих монолитовцев в башке остался только вакуум. Говорю тебе это как снайпер. Спасибо тебе, брат, за то, что ты вернул меня на путь истинный. No problem, обращайся еще, если такая херня снова произойдет. Так, слушайте дальше. Во время того, как наш проповедник читает молитву, вы должны ходить, а когда он останавливается, вы должны остановиться. Если вас запалит, то вы выбываете. Когда вы дойдете до нас, считайте, вы победитель. Все ясно? А что будет за победу? Вы сможете исполнить одно любое желание. Кабаки, девки! Зашибись! Я в деле нахуй. Ай, сколько еще дряни всякие. Чистить. Вот это дело! Все равно, пока зону не сделаем, не уйдем отсюда. Права у нас такого нет. Не дай бог в мир такое выползет. Пошла работа! Готов, сволочь! Уничтожить врага! Отдохни, парень! Ух, ёб! А хорошо!
эти-то издолго. Так запарили, что уже совсем. Сами по-человечески не живете, но и хрен с вами. Все, лег, красиво завалился. И так будет с каждым. А места там не тронутые. Достало. Как меня все достало. Какое тут все одинаково хреновое. Выжечь бы эту зону нахрен и все. Спасите! Кто-нибудь, помогите! Только выбраться, только выбраться. Где же этот гребаный выход? Научный сотрудник Василий Копченый награждается премией в области вирусологии за создание универсального средства против вирусов и всякой другой херни. Бля, про коровий пинус все забыли. Так и быть. Расскажу, как надо сосать кровососов. Я, как всегда, прямиком в логово. И 3 дня им такую вечеруху закатывал. Ой-ё! Бывало, с 2-3 сразу зажигать приходилось. Блять, ты заебал. Сейчас, еще немного и море, солнце. Яхта, коньяк, что за 10 баксов. Обожаю свой шашлык. Ему позавидует даже Иванов. Ёбаный ты в рот, блядь! Что мне бы загадать? Даже не знаю. Блять, фантазия ушла в минус. Итак, игра началась. И придет день, и воссияет вновь монолит во славе своей. Ебать. А, да, забыл сказать, что это игра насмерть. Если вас запалит, то вас убьет наша турель. Враги близко. Такова воля монолита. Монолит. Вернись к покинутым детям своим. Ты здорово меня выручил, век не забуду, чувак. Знаешь, отдохни, парень. Пошел нахуй! Обнаружен противник. Противник, ликвидировать! Вот блин.
Получай, враг! Не могу. Братишки, не могу больше. О! Это нам пригодится. Монолит — это свет и знание, знание и свет. Он вернется. Вернется. Слышь ты, а братья-то зубами поймать слабо? Получи и распишись. Вырубай свои турели и поднимай руки вверх. И что дальше будем делать? Предлагаю снять с него противогаз и узнать, что это за фрукт. Отдавай. Меченый? Какого черта? Ну что, драная жопа, как дела? Зачем вы устроили все это? Просто хотели заснять это и выложить на YouTube, ведь игра кальмара, рыбы и покемона сейчас популярна, шо пиздос. Ну я так долго делал видео, что аж игра потеряла свою актуальность, лол. Так этот видос забанит из-за того, что в нем убийство нескольких человек. Мы держим администрацию YouTube в страхе. У нас есть видос, где вся администрация занимались с плотью всякой неприличной херней. Вот, смотрите. Фу, бля, как омерзительно. Можно еще раз посмотреть? На меня это никак не подействовало. Спасибо моей вакуумной голове. Так что насчет желания? Ну, давай, ты, Димон, загадывай. Эй, а какого хера он будет загадывать желание? Не кипятись, я ща сделаю профи геймер мув. Загадаю, чтобы все наши чуваки воскресли и все наши желания исполнились. Ты в пиве. Не понял. Вам всем пиздец!
Заебись! Ребята, вы помните, какое мое желание? Не, никто не рассказывал свои желания. В общем, нам пиздец. Нихуя себе, блядь! Ну, доставай водяру, помянем жмуров.